В Пантеине существует озеро с кипящей водой, оно находится вот здесь вот. Сюда можно добраться с помощью этого телепорта, но самое интересное находится под водой, ребят. Там есть роскошный сундук. В случае, если мы хотим опуститься вниз, нас просто уничтожат. Кстати, там не только один сундук, смотрите, там еще есть. Самое главное, кстати, еще даже не роскошный сундук, а ресурсы, которые можно там добывать. Ладно, давайте разгадаем эту великолепную загадку. Еще сверху мы видим драгоценный сундук, который также можно взять. Как это сделать, ребят? Первое, что приходит мне на ум, это вот эти штуки, которые, кстати, здесь расположены. Одна из них прямо рядом с нами. Давайте посмотрим. Опа. Слушайте, я... Да, да. Так, а что мы должны сделать? Оу, еще одна штука вон там. С этими ребятами нужно, видимо... расправиться. Так, ладно, ладно, хорошо. Пока что все очень просто. Здравствуйте. Так, ну они разлетаются очень быстро, прям просто очень быстро. Ничего особого нету в них пока что. Смотрите, мы спускаемся в воду, и мы просто сгораем, это жесть. Нет, это, конечно, не очень хорошо. Что у нас тут есть? Эту штуку надо тоже сдвинуть, да? Оно летит, все летит к этому сундуку. Возможно, с этим и связано. Третий надо найти еще, четвертый, может быть. Так, а эта штука у нас как работает? Видимо, с помощью вот этой штуки. Забрать и ударить. О, да! Все очень просто. Пока что просто. У меня такое чувство, что мне надо будет в любом случае туда как-то доплыть. Так. Что мы делаем? Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Давайте поближе рассмотрим это все. Ну, понятно, их надо как-то окатить водой. По идее, рядом должна быть какая-то штуковина, которая делает барьер специальный, но его нигде нету. Я могу с Аякой попробовать. Аяка, в смысле, это Юлань. А, вон, смотрите, вон она. Вон, видите, вот эта точка. Ну, давайте туда плыть. У меня выхода не остается. Попробуем, я не знаю, эта штука спасет меня или нет. Ну, а может туда долететь спокойно, смотрите. Нет, эта штука меня не спасает, ладно, хорошо. А вот мы и взяли ее. Вот, работает, смотрите, опа. Есть. Вещи остались там. Так нечестно. Куда мы летим-то вообще? Ну, может, так было задумано, не знаю. Это было неожиданно для меня, ребят. Надо будет вернуться, потом взять все, что выпало из сундука. Даже так. Слушайте, да тут целая прям система подводная. Ну, возможно, нам надо плыть как раз под это озеро, мне такое чувство. Да, смотрите. А магии. С магами можешь пока не справляться. Водные монументы. Ясно, придется нам, ребят, постараться. Эти водные монументы, возможно, связаны с тем, что мне нужно. Откуда они все ползут-то, я не понимаю. Куда вы все? Так, зачистили полностью все. Кстати, видите, вода тоже здесь кипящая есть. Мы встаем, и просто опять хп уменьшается. Значит, мы, кстати... А, она капает сверху! Вы поняли эту идею? Оно капает сверху. Но, как я вижу... А, тут есть следы какие-то. Может, мне еще надо костер затушить? Или какие-то штуки сюда. А, установить ядро. У меня его нет. Погодите, вот эта штука, может быть, ее затушить? Нет? Ну, понятно. А, ну опять начинает гореть. Видимо, здесь такая температура бешеная. О, вода есть. Оно! Костры подогревают!
озеро, которое сверху, вы поняли? Здесь температура просто бешеная становится. Вот мы ставим ее сюда, костер теперь не будет гореть. Слушайте, как логично сделано. А вот эта штука, она тоже, видите, воду подогревает. Мы находимся, кстати, реально, если посмотреть, мы находимся именно под этим озером. То есть мы должны его остудить каким-то образом. Слушайте, как же круто они сделали это. Вы же понимаете, насколько круто это сделано. Вот побольше бы таких вещей. Эта штука может сломается тоже. Ой, нет, это было лишним. Ладно, давайте побегаем. Где-нибудь еще мы должны что-то найти. Даже посмотреть на это все. Очень классно сделали, ребят. Вот это мне... Ух ты, бочки. Давайте бочки взорвем. Возможно, тоже что-то значит. Пока что мне непонятно, зачем это все. Да. А, вот сюда поставить. Ладно. Но это, конечно, все прекрасно. Что мне делать с этим? Может быть, затушить это? Гениально! Родниковая вода пробивается. Мы под водой. Это все должно остыть теперь, смотрите. Это реально должно остыть. Как же это круто сделать. Почему так мало таких загадок? Это же невероятно интересно. Воу! Железный виконт, вращение к победе. Ты что такое? Стоп. А можно я сфоткаю? Невозможно сделать фото под водой. Ладно, давайте сундук возьмем. Так, сундук у нас есть. Я не знаю, надо убивать его или нет, или мы можем просто... Кстати, мы можем, в принципе, его оставить. Посмотрите, какой гигант. Вы просто на это посмотрите. Да что ты такое? А, ладно, я его оставлю. Я не знаю, может быть, он не нужен. Если что, потом вернемся. Хотя его можно, смотрите, добить. Ай, ладно. Почему бы и нет? Фига себе, он мощный. А каким образом мне его добивать? Я же его так просто не убью. Нет, бессмыслица полная. Так, а есть что-нибудь посерьезнее? Ты что такое? Нет, тебе нельзя... А. Может быть, усиление есть какое-нибудь? Смотрите. Да ты что, серьезно? А как тебя убивать-то? Не, это бессмыслица полная. Я его буду 100 лет убивать. А, может быть, реально не стоит трогать его? А может быть, за это какую-то ачивку дадут? А, кстати, какая-то штуковина появилась, смотрите. Можно войти и поехать, поплыть. Я не знаю, как его убивать, честное слово. Ну, бить его настолько долго я не хочу, на самом деле. Ладно, давайте попробуем туда плыть, дальше. Железный виконт. Не, возможно, если убить его, реально можно получить ачивку. Надо будет отдельное видео снять по нему. Ай, вы все хотите, все ведете к одному только, да? А, нет, все, вижу, вижу. Невероятно, просто невероятно. И где мы теперь? Это пещера какая-то. Поехали. Вода-то уже не кипит. Вода-то уже не кипит, ребят. Вода не кипит. И роскошный сундук мы можем взять. Смотрите. А, мы к этому шли, да? Мы же к этому шли, да? А вода здесь тепленькая такая. А не кипяток, как раньше. Говорит Пайман. Естественно, ребят. Естественно, мы до этого дошли. Нам удалось все-таки забрать сундук, ребят. Давайте заберем наконец-то этот роскошный сундук. Да и посмотрим, что же тут еще есть. Кстати, вот
Вот этого надо забрать, чтобы можно добывать эти штуковины, да? Есть. Пока что мне это не нужно, ребят, но... Кому потребуется фармить данный ресурс... О, погодите, исследовать здесь что у нас? Тут реально можно что-то исследовать? А, деньги обычные. Этих ребят... А, они начали плавать. По-моему, никто раньше здесь не плавал. Все можно забрать, наконец-то. Раньше можно было бы просто про это забыть. Но теперь... Деньги. А, вот, кстати, еще один сундук, заметьте. Это как бонус. Да и все, пожалуй. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотреть видео до конца, ребят, и подписываться на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Надеюсь, видео было вам полезным. Мы получили сундук, который можно было бы получить только если бы само озеро остыло. Ну, мы этого добились. А, секунду. Опа, все. Пока-пока.